17 красавіка Магілюшина долучається до традиційної республіканської доброахвотної акції «Тидень леса». Нагадаємо, що сьогодні гэтая акція сповняється 16 годів. У ёй прымаюць удзел не толькі прадстаўнікі лясгасаў, дзяржаўных прадпрыемстваў і ўстаноў. Тыдзень лесу вельмі папулярны ў актывістаў грамадскіх арганізацый і валанцёраў. Сёлета арганізатары акцыі таксама запрашаюць усіх неабыякавых да ўдзелу ў пасадцы лесу. Мы приглашаем всех желающих принять участие. Для этого не требуется никаких специальных навыков, только желание. Можно с детками, с семьями. Это очень увлекательное занятие – создание лесных культур. Вам все объяснят, вы пройдете необходимый инструктаж и с хорошим настроением создадите новые леса в Могилевской области. Наш Приднепровский край, он красив тем, что у нас очень много красивых лесов, грибных мест и ягодных. Поэтому всех ждем, всем желающим можно обратиться по телефонам в любой из лесхозов. И там их снарядят всем необходимым.